Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Надежда Сергеева, и в этом видео мы поговорим о том, где брать трафик, где брать дополнительный трафик и что, собственно, с этим трафиком делать. Значит, смотрите, я думаю, что каждый интернет-предприниматель, который активно развивается в сети, имеет аккаунты ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке, ну и, конечно же, канал в Ютубе уже у большинства есть. Значит, смотрите, помимо этих социальных сетей есть еще дополнительные, которые также в интернете, ну, где-то популярны, где-то нет, да, но в них находятся, регистрируются тоже MLM-предприниматели, которые активно развивают свой бизнес в интернете. Но среди них, конечно же, есть и новички. Есть и те, кто просто ищет дополнительный доход, и эти все люди являются нашей целевой аудиторией. Ну, там уже в зависимости от ваших индивидуальных потребностей, да, целевая аудитория более-менее там сужается. И смотрите, значит, давайте разберем вот такие соцсети, как социальная сеть 100 курсов. Откроем. Дальше. Есть сейчас еще такая социальная сеть, как сетевики.biz. Есть еще социальная сеть InBlog. Я все их открываю. Также есть у нас такая вот интересная штука, как блог в Live Internet. Это, ну, тоже, я бы сказала, такая интересная вещь, дополнительный трафик, можно также с этого иметь. Pastila.ru, сейчас я не буду ее открывать, потому что я не особо пока в ней еще разбиралась. Значит, профессионалы.ru открываем, это также социальная сеть для интернет-предпринимателей, и MLM, правильно, не знаю, сейчас посмотрим, как там правильно эта социальная сеть называется. Ну, а раз уж мы начали со 100 курсов, давайте ее и посмотрим. Это социальная сеть, входя в которую вам начисляются какие-то тут вот рублики, за счет которых вы сможете потом еще давать бесплатно рекламу для тех людей, которые находятся в этой социальной сети. Если посмотреть так вот внешне, то она очень похожа на социальную сеть ВКонтакте. То есть, в принципе, тоже есть левая колоночка, тут сообщения, профиль там и так далее, да, вот все вот эти вот пунктики. Есть аватарка, есть друзья, есть фотоальбомы, видеозаписи, ну и лента новостей, да, стена. Собственно, особо-то вы тут ничего нового не увидите, помимо того, что здесь еще есть различные курсы, есть задания, которые можно выполнять и получать, опять же, какие-то медали, зарабатывать, опять же, вот эти вот рублики, которые вы будете использовать, опять же, для рекламы своего предложения или себя лично, да. И что хочу сказать, значит, здесь очень много людей, точнее, практически все, это как раз-таки люди, которые занимаются каким-то бизнесом. И если, допустим, взять образовательную платформу Просто3, то очень многим она пришлась бы по вкусу, потому что очень многие приходят даже в эту социальную сеть за курсами, за обучением, и им, конечно же, хотелось бы тоже становиться профессионалами в этом деле. Поэтому мы можем активно контактировать с этими людьми. Насчет личных сообщений, как бы это, я думаю, понятно. Насчет того, что можно заходить и лайкать какие-то там посты, это тоже понятно. В принципе, вся та же самая работа, что у нас ВКонтакте, мы можем это делать здесь. Можем, вот если, допустим, друзья добавились, мы можем одним кликом добавить всех друзей к себе и потом уже просто по ним пройтись и посмотреть, что это за люди. И либо изначально посмотреть, что за люди, потом добавить, да, это уже на ваше усмотрение.
Здесь также есть группы, можно добавлять фотографии, видео и так далее, да? То есть обычная социальная сеть, в принципе, вы здесь легко сможете разобраться в этом всем. Ну и, конечно же, вот здесь также у меня, видите, закреплена запись, то есть люди заходят ко мне на страничку, они просматривают, они ставят лайки. Вот 34 человека буквально за полторы недели, вот они тут заходили, смотрели, наверное, у меня тут это все. Ну, то есть здесь, конечно же, можно также активно работать, как и ВКонтакте, но так как я уже сказала, что это дополнительный трафик, то, конечно же, ну, особо времени активно развивать свои предложения здесь у меня нет, поэтому это как дополнительно, то есть люди все равно каждый день добавляются по 6, по 10, по 20 человек, люди приходят ко мне в гости. Так, значит, с этой социальной сетью разобрались, пойдем дальше. Сетевики.biz. В этой социальной сети я зарегистрировалась совсем недавно. Так, сейчас вот я не помню, по-моему, я через ВКонтакт заходила в эту социальную сеть. Сейчас посмотрим. Ну, суть в чем? Здесь также находятся люди, которые пришли либо показать свое предложение, либо посмотреть на ваше предложение. И одно название только сайта уже понятно, да, что сетевики. То есть это все связано с тем, что строятся сети, строятся партнерские программы, структуры и так далее, и так далее. То есть это, я думаю, тоже понятно. Опять же, также здесь есть и аватарка, есть и стена, и все это есть, да, то есть вот, да, через ВКонтакт я заходила. Опять же, вот здесь вот можно статус обновлять. Ну, здесь, кстати, тоже похоже на социальную сеть, но здесь уже она больше похожа на Facebook, хотя, в принципе, тут не так много всего, то есть даже можно знакомиться с новыми участниками, которые зарегистрировались недавно, и ну, также как бы выставлять свои предложения, подавать свои рекламные объявления, дружить с людьми, писать сообщения и так далее, и так далее, и так далее. Это тоже дополнительный трафик. Так, дальше. Социальная сеть InBlog. Эта социальная сеть, я как уже посмотрела, становится более популярной, чем все даже остальные. В этой социальной сети, опять же, собираются партнеры сетевых компаний. И опять же, здесь, видите, вот я, допустим, зарегистрировалась, по-моему, позавчера. В этой социальной сети уже здесь вот оформила страничку немного. У меня уже за это время 16 друзей, одна группа, по-моему, я сама добавилась, да. И, значит, поставили мне рейтинг уже 5 человек плюс. То есть они лайки поставили, что им понравился мой аккаунт, им понравилась моя стена. Здесь вот тоже, ну вот я выставила просто свое предложение со своими ссылочками, но дальше как бы пока тут тоже не развивала это все дело. Но самое интересное, что мне уже кто-то написал сообщение. Давайте посмотрим, что это за сообщение. Кто там что мне предлагает? Так, добрый день. Все зависит от того, как отнестись к этому предложению. Элизиум. Ну понятно. Значит, с этим молодым человеком мы потом пообщаемся, разберемся, что тут и как. Давайте разрешим сообщение, пусть у нас тоже будет уведомление, пуш-уведомление о том, что пришло сообщение. Я ему напишу свое сообщение, мы пообщаемся. Так, ну здесь, думаю, также все понятно. Здесь, конечно же, еще вот есть какая-то реферальная ссылка, то есть здесь, если, допустим, вы те же объявления свои какие-то выставляете, свои предложения, то здесь можно вносить свои денежки, продвигаться в этой социальной сети и потом еще рассылать везде свою реферальную ссылку и получать доход уже от тех, кто зарегистрировался после вас. Ну, партнерка, она везде. Так, дальше смотрим. Lifeinternet.ru. Ну, это такая новостная как бы лента. Здесь можно вести свой собственный дневник, такой мини-блог. Здесь также можно указывать все свои интересы, свои какие-то посты писать интересные по поводу вашего
бизнеса там или вообще какой-то просто у вас, может быть, еще что-то, да, то есть, ну, я не знаю, здесь я тоже особо не разбиралась, но я заметила, что заходят много людей на, особенно новый, когда вот только создала, заходили много людей. Тут вон какой-то комментарий уже у меня тут есть. Ну, то есть, если вы имеете свободное время, вы можете развиваться в нескольких вот таких вот социальных сетях. Но даже если у вас, не хватает времени на это все, вы можете просто зарегистрироваться, оформить все это красиво, сделать там все свои фотографии, написать свои какие-то посты интересные и благополучно забыть. Потому что, как говорит очень хороший человек, рекламы много не бывает. Поэтому все равно когда-нибудь, даже если не прям сразу, но когда-нибудь, все-таки ваша реклама стрельнет и придут к вам партнеры, которые вам так необходимы для того, чтобы строить и развивать свой бизнес. Так, пойдемте дальше посмотрим. Профессионалы.ру. Это социальная сеть, на которой я еще пока не зарегистрирована, но я ее тоже нашла буквально на днях. И здесь можно также, я так понимаю, вести какие-то свои действия. То есть, в принципе, можете рассмотреть как вариант, посмотреть, что здесь. Так, ну, я не буду на этом долго останавливаться. Смотрим дальше. Следующая социальная сеть MLM.co.net. Вот, комьюнити. MLM комьюнити. Продвижение MLM компаний и MLM лидеров на MLM.co.net. Так, ну давайте зайдем, посмотрим, что здесь. Здесь тоже я была вчера в этой социальной сети. То есть совсем недавно, кстати, вот сейчас обратила внимание, здесь какой-то баланс у меня появился и даже какие-то там копейки. Так, значит, смотрите, здесь вот показывает, что ваша промо-страница на 48 месте в базе лидеров. Здесь есть база лидеров, которая, в которой показаны люди активные, которые находятся в онлайн. Здесь, конечно же, тоже, ну, как бы система построена так, что люди платят деньги за то, чтобы, ну, продвигаться, за то, чтобы выставлять свою рекламу, продвигать свои страницы там и так далее, да, но, по сути, мы можем бесплатно находиться в этой социальной сети, мы можем также активничать на своей страничке, добавлять какие-то свои объявления там и так далее, да, ну вот, допустим, если где, сейчас найдем мою страницу. Также можно добавлять фотографии, видеоролики, и люди могут также заходить к вам на страницу и смотреть ваши какие-то предложения, да, и, собственно, также это ваш дополнительный трафик. Ну вот здесь вот у меня полностью расписано мое предложение, так видите, разными цветами, разными красками, с разными ссылками, с моими контактами опять же. И, конечно же, это, я думаю, тоже кому-то может быть интересно, поскольку здесь MLM-лидеры такие достаточно интересные. И насчет обучения, я даже вот смотрю тут вот из Редекса, и из 1990, и кого тут только нет, и SkyWay, и Дружная Семья, и Просто Три. В общем, очень-очень много людей, которые продвигают свой бизнес в этой социальной сети. Поэтому я рекомендую вам тоже пройти регистрацию и продвигать свое направление. Так, это мы, я думаю, разобрались с этим делом. А вот, в принципе, вот эти вот социальные сети, сколько я вам насчитала их, сейчас посмотрим. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6 социальных сетей дополнительных, которые также могут привести на ваши страницы, на ваши
на ваши предложения ваших потенциальных партнеров, ваших кандидатов и так далее. Я желаю каждому из вас успеха, желаю вам продвижения в вашем бизнесе и, конечно же, ссылки на вот эти все, значит, социальные сети я выложу под этим видео. Надеюсь, будет вам полезно это все. И если вам вообще в целом это видео полезно, то я приглашаю вас поставить лайки под этим видео, поставить какие-то, может быть, комментарии, ну и, конечно же, подписаться на мой видеоканал. Я выкладываю частенько различные всякие видеоролики, которые могут быть, опять же, вам полезны. Спасибо большое вам за внимание, желаю всем успехов, всем пока-пока, с вами была Надежда Сергеева.